Вот продолжение дня, 16 июня 2017 года. Вот здесь вот я уже сегодня, сейчас уже 6 часов вечера, затопил костер. Разжег, вернее. Вот это уже все подготовка идет для того, чтобы печенки спечь. Вон брат Никита уже с братьями младшими подходит, с мальчишками. Везут хворост, который так нужен для огня, пищу. Будут вспоминать, даст Бог, вырастут потом, как они в это время ходили здесь вот в такой зеленой траве, в такой тишине, ни войны, верующие, псалмопение духовные услышат, даст Бог, вечером. Что еще нужно для жизни во Христе? Вот доски привезли гнилые, тоже на сожжение их. Но... Ну еще вы все истонались-то. Ну. Тарасик, а ты что им не помогаешь-то? Помогаю. Ну как помогаю? Идет ты, главное. Я поддерживаю. Кого ты поддерживаешь? А, жарко. Жарко. Бездельник ты, тунеядец. Так я тебя назову. Как я у вас тут чистка идет? Ну а кто ты? Все тащат, он главное не тащит, рядышком ведет. Сжигать будете лопух. Да, он потом сверху накроем. Машка нам тоже. Тут только это, брат, чуть-чуть это, уже, туда куда-нибудь, да. Ага. Чтобы это. Ну еще немножко толкни, или так развязывай, но сталкивай. А ты вы откуда такие дровины привезли? Знаете, тихо, он со Скворечника. А, со Скворечника. Почти все забрали, там еще там осталось. На четверть, наверное, того, что есть. Ну ты мне это на ужин заменишь потом, когда поужинаешь с ребятами. Придешь, заменишь. Я пока буду кочегарить. Мне только мясо в ногах, да и все. Нет, не только в ногах. Ну вот, ребята, вырастите, будете вспоминать. Да. Вам, вот увидите. Это время я благоприятно. Уже каждый год вспоминаю в течение 7 лет. Вот так. Готово. Он что-то наш пруд помелел. Немножко этот костровый. Дядь Володя, сожгите эту лишнюю тряпочку. Лишнюю тряпочку. Зачем? А то у тебя платочек один. Нет, это не платочек, а на тряпочку. Кепку одень, Тарас. Одень кепку. Не надо, чтобы тебе солнце напекало голову. Можно кинуть ее в костер. Ничего не надо кидать. Я хочу посмотреть, как она горит. Ты же знаешь правила. Никто из ребят не должен в костер что-то либо кидать. А вы кинете тогда? Положи, положи. Пояс где твой? Ты его завяжи потуже. Что там у тебя постоянно болтается? Где-то в штанах у тебя. Тарас, а что ты ушел? Ты что, убираешь? Хороший у вас воз. Давай, Ваня, помогай ему оттаскивать. Тачку на себе. Не-не-не. Ты думаешь, ты не так кинешь? Мы так всегда делаем. Все, сейчас оттаскивайте. Ага. Ну там веревка зацепилась. А нет. Все, бросай веревку сюда, поехали. Илья, забирай, товарищи. Еще одна ходка нужна, как минимум. Сейчас за водой, да, попить? Да. Садись, Илюха, твоя очередь ехать. Пустырник надо будет собрать. Там надо, брат, это, инструмент привезите. Лопата совковая, два ведра под картошку. Ну, эти поганые. Вон там крапиву загрузить надо будет. Вон там, Игнатьевич, где мы это обедаем. Вон там крапиву. Надо будет загрузить потом на тележку. Ну да, вилы нужны. Тарас, ты уже ехал, плачь. Да, Тарас. Тарас. Ваня будет ехать. Ваня, садись. Хочешь ехать?
Не знаю. Садись. Как раз если я один, я один и твоих замещу. Не килограмм по 20, а 50. Ладно, садись, я иду. Не килограмм по 20. Давай, Коля, нужна твоя сила, Коля, могучая. Иди сюда. Я где-то почти 40. Не могучая. Ну, давай. Да, могучая. А то я не такая могучая. Я Дикий тут 90 килограммов тащит. На себе. А, он тихо. Если там картошка готова, можно картошку привезти. Два ведра. Ноги не готовы к колкой траве. Привыкли по асфальту ходить, да еще в тапочках. Разнеженные. Ну вот, это с прошлого года еще тут береста лежит, на растопку пригодится. Клен шкурили. Сколько еще подсохнет, а вообще будет гореть хорошо. Это все сухостой. И сейчас надо будет уже подкидывать. У меня уже там костер затухает. Но пора уже. Ладно, на этом заканчиваю. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Во веки. Аминь.